Яркий незабываемый праздник подготовили для школьников Десногорска воспитанники и педагоги Дома детского творчества совместно с сотрудниками городского центра досуга. На площади перед эстрадой со всех школ собрались главные участники. В этом году в наших школах за парты сядут 3040 учащихся. Это почти на 50 человек больше, чем в прошлом учебном году, чему мы несказанно рады. Среди них впервые школьный порог перешагнули 371 первоклассник. Выпускников около 350 человек, которым предстоит пройти трудные испытания в форме ЕГЭ и ОГЭ. С началом нового учебного года учащихся поздравили представители градообразующего предприятия и глава Десногорска. Дорогие школьники, пусть новый учебный год принесет вам глубокие знания, увлекательное открытие, радость творчества. Пусть дорога наших первоклассников к знаниям будет светлой и радостной. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к покорению новых вершин. С 1 сентября во всех школах нашего города стартуют конкурсы и мероприятия, организованные госкорпорацией «Росатом» и Смоленской атомной электростанцией. Школьники и педагоги активно принимают в них участие. В торжественной обстановке победители, призеры, финалисты и просто участники были отмечены дипломами, почетными грамотами и памятными призами. Продолжился праздник веселыми эстафетами, конкурсами и фотосессиями.